Этим активистам пока не до школьных ярмарок, у них жаркая смена в лагере Поречье. Готовиться к новому учебному и спортивному году ребята приехали сюда всего на 9 дней, а культурный отдых для них предусмотрен в меньшей степени, ведь творческим забавам они предпочитают суровые тренировки. В этом году в 5-й оздоровительной спортивной смене в лагере Поречье 185 учащихся спортивных школ. Здесь присутствуют такие отделения видов спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика спортивная, плавание, тяжелая атлетика, вольная борьба, бокс. Ежегодно лагерь обслуживают повара открытого акционерного общества «Школьник». В лагере существует круглосуточная охрана. Здесь находится пост милиции, и милиционер находится круглосуточно в лагере. Присутствует врач и два медицинских работника, 12 педагогов-воспитателей, начальник лагеря, педагог-организатор и старший воспитатель. И я надеюсь, что ребята подготовятся к новому учебному году, приободрятся. Ну а для этого педагогический коллектив этого лагеря приложит максимум усилий. Обещания начальника лагеря сбываются с первых дней отдыха ребят. Об этом свидетельствуют их оживленные комментарии и хорошее настроение. Смена началась весело. Вчера сломали кольцо, делали вставку сверху, слэм-данк с двух рук. Кольцо висело на одном болту, потом чинили часа два. Очень хорошие тренера, тяжелые тренировки. Нам нравится тренироваться все-таки, и знакомых много, все вместе. Питание хорошее, в принципе, как и обычно, как и во всем лагере. Не жалуемся. Дисциплина именно у нас, в нашем виде спорта, здесь очень строгая. У нас отбой, режим, как бы все, за пределы лагеря не выходить. Строговато, очень строговато. И наказание все-таки будет. За дисциплиной в лагере ответственно следят тренеры городских спортивных школ, которые на 9 дней превратились в вожатых отрядов. Как они сами признаются, идея сборов в таких условиях им по душе. Тренер я по баскетболу, но у меня в отряде находятся не только баскетболисты. У меня разные виды спорта. Есть девочки волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, борьба, бокс. В принципе, в лагере нам в этом нравится. Эти 9 дней мы хорошо проводим, устраивает и площадки. То есть дети получают хорошую подготовку за период этих 9 дней. После спортивных нагрузок нужно отдыхать и развлекаться. В этом убеждена педагог-организатор лагеря, обещающая юным атлетам насыщенную культурную программу. В дальнейшем, в связи с тем, что у них направление в основном спортивное, да, мы будем проводить более творческие конкурсы. Будем проводить конкурс «Бенефис нечистой силы», например, «Водная феерия», «Бой герлс», вот такие вот мероприятия, в которых требуется такой творческий подход. То есть актерское мастерство показать свое, потом способности свои юридические проявить, ну и показаться себя на сцене. Подготовиться к соревновательному сезону в условиях лагеря Поречье полезно и приятно. Здесь и свежий воздух, и зеленые просторы, и даже музей под открытым небом. Остается пожелать ребятам здоровья, сил и удачи для достижения спортивных вершин.